Друзья, всем привет! Вы снова на моем канале. Меня зовут Алина. На прошлой неделе связала себе вот такой шарфик. Вязала на двух спицах и резиночках 2 на 2. Окантовочку делала здесь крючочком. Вот. Окантовочка крючочком 3,5. И из остатков этой пряжи я решила связать себе шапочку на весну. Набрала вот воздушные петли. Вяжу крючком 3,5. Связала уже 2 ряда. Вот такая вот будет у меня розовая шапочка к розовому шарфику. Друзья, подпишитесь на мой канал. Поддержите мой канал лайком. Надеюсь, мое видео вам понравилось. До скорой встречи в новом видео.